дуже важная песня «Ангел седой», автор текста Светлана Голубева. Это одна из первых моих было творческих союзов, где автором текста являлась не я, а другой человек, совершенно потрясающий, талантливый человек. Мы вместе когда-то учились в педиатрической медицинской академии. Вот, до сих пор песня «Седой ангел» для меня и у меня вызывает, конечно, особые чувства. «Ангел седой», поехали! Сохранил свою душу в священной зале.